Это было очень огромное желание моей бабушки, чтобы она приезжала с Питера к нам в гости, меня сажали посередине комнаты на стул, отдавали в руки баян, который был в 3 раза больше меня. И я пытался что-то сыграть. Но постепенно уже там играл и на концертах различных городских. Вот. Ну, потом так получилось, что мне дали одно желание, родители сказали, выбирай, что ты хочешь. Я сказал, можно, я больше не буду играть на баяне. Вот. И пошел уже больше конкретно в спорт.